Приветствую вас, возьмем гости, братья и сестры. Приехали мы на молодежный слет, фестиваль молодежи в Ейске, который в этом году проводится. Нас Азов, который ежегодно проходит в этом году в Ейске, ранее всегда проходил на станице Должанской, палаточный лагерь. Сегодня на территории Введенского храма, которым я когда-то служил, милости Божией. Понемногу буду вам показывать, может быть, не там каждый день, как обычно раньше показывал, так и в общем каким-то покажу, как происходит общение православной молодежи. В этом году, наверное, это не Арзуф, это целое испытание. Под ливнем ставили, вот что вы здесь увидите, вся насквозь полки под ливнем ставили. Палатки, конечно, мы не одни такие, там есть еще ребята, но это боевое крещение. Конечно, я сомневаюсь, что ребята будут купаться, потому что более ветер, если будет море муляка, но посмотрим, что будет дальше. И постоянно недосадно.